Вот и окна в сумраке зажглись. Ансамбль «Виктория» из города Советский Ханты-Мансийского округа в Перми выступает впервые. Коллективу уже 20 лет. В копилке наград победы на всероссийских и международных фестивалях. На ежегодном Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе «За Россию и свободу» группа рассчитывает только на победу. 9 человек на сегодняшний день. Вот. Ну, теперь мы приехали восьмером. А возраст у нас идет, вот, сами видите, и молодежь, и более старшее поколение есть. Вот. То есть, видите, к нам не так просто и попасть. Почему? Потому что мы выдвигаем требования, чтобы люди были музыкально грамотные, то есть, чтобы могли читать с листа, вот. То есть, чтобы и нотки все знали. Роса, где-то слезы, трех матерей, кто не дождался. На вопрос, с чего начинается родина, здесь ответят без труда. На фестиваль приезжают лучшие творческие коллективы страны. Все, безусловно, по-своему талантливы. Партнер конкурса, региональное отделение партии «Родина», по словам Юрия Саматкина, стремилась создать праздник для патриотов. Все-таки дата обязывает. Это то малое, что региональное отделение смогло сделать в день, в год Великой Победы, то есть проведение данного фестиваля, значит, это подарок нашим ветеранам, подарок жителям Пермского края и города Перми. На сцене как профессиональные артисты, так и дети. Жюри, как в таких случаях говорят, пришлось непросто. Из 140 коллективов необходимо было выбрать 3 лучших и одного обладателя гран-при. Заслуженный артист России, кавалер Ордена Мужества Олег Кухта уверен, что судьи со своей задачей справились. Это прекрасно, когда молодое поколение наряду с ветеранами, наряду с взрослыми людьми, профессионалами работают в этом направлении и живут, и дышат, и показывают свою душу, показывают свои возможности, показывают свои отношения к истории, к нашей родине. Это большое дело, вот это огромное дело. Главный приз конкурса «За Россию и свободу» взяли гости из Ханты-Мансийского округа. 9 мая участники коллектива отпразднуют концертом на своей малой родине в городе Советский. Ну а в августе ансамбль вновь выступит в Прикамье, но только уже в Чайковском на фестивале патриотической песни. Руслан Пепеляев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».